Да, обычно я показываю распаковку, но я забыла включить камеру, думала, что камера работает, и я уже сняла целлофан. То есть вот эта вот баночка, она сверху покрыта вот таким вот целлофаном. Здесь все запечатано, и вот сверху здесь есть стрелочка, которая указывающая, где открывать. То есть вот как раз-таки, если напротив стрелочки подеть, то он достаточно легко открывается. Вот эти капсулы я вот сейчас пью с мужем. Хотим укрепить иммунитет и уже видим результаты. Сейчас у нас у ребенка в школе вирус, а мы пока еще держимся. Ребенок пытался заболеть, но с помощью Маринги и Фоталайджона она быстро пришла в себя. Вот. Вот такие вот здесь капсулы. Достаточно одной капсулы в день для того, чтобы восстановить функцию, правильную, нормальную функцию иммунитета. Вот эти капсулы рекомендуется пропивать после приема антибиотиков или если у вас уже есть аллергия, для того, чтобы восстановить правильный иммунный ответ. Бета-глюкан – это вещество, которое извлечено из дрожжей, и также вот в этой добавке добавлены витамины и фолиевая кислота. Так что, если вы достаточно быстро подхватываете вирусы, если вы чувствуете, что у вас ослаблен иммунитет и ваш организм реагирует на все, эта штука может вам помочь.